Давай, блядь. Разъёб. Ну, короче. А приветствие там, поприветствуйся, ёбаный. Кто меня не знает, это мой канал второй. Рад познакомиться. Эль Нионо. Ой. Блядь. Которого нынче зовут, это вообще детектив, нахуй. Нового поколения, ебать. Вот этот умер, блядь, Шерлок Холмс, вот я переродился. Вижу вас. То вы меня кикаете без причин, то убиваете без причин. Ну ладно, без причины есть, я не знаю. Ты просто говорил слишком много. Чё ты один стоял, блин? Да, действительно, вообще лох ты. Пошёл на, всё мучился. Да, блядь, дайте импостера, хочу убивать людей. Запомнили. Это белый. Забыли. Спасибо. Я этот момент помню. Сука. Смешно было. С моего экрана именно. Так, я думаю, сначала надо было саботаж. Не Тундера, ты где был? Я белого подождал. Я, короче, подождите. Вот там эта хуйня стоит, по которой можно смотреть, в какой комнате челы находятся. Я увидел, как кто-то, блядь, переместился из одной комнаты вообще на другой конец карты. Я, блядь, побежал посмотреть, что там происходит. Не увидел. Из одного конца карты в другой переместился я инженер. Вот классе, что? Или импостер. Белый подтвердит, что я мирный, потому что я выполнял этот сканер. Или импостер, слышишь? Мы с красным... Белый тоже видел, как я в теплице набирал, и еще в этой, блин, как она. Да-да-да, я видел, как мы еще все стояли в админ-комнате, я там чинил тоже с вами. Это, листья, короче, в этом, как его, там, где этот саботаж был, листья еще. Ловки, да? Красный-красный, который не Тундра и не он, бежали со мной чинить саботаж, и я краски там, ай, нет, это... Я белого подождал. Потом подходил Тундер, и мы вместе пошли туда, втроем. Да, так что черный и красный, который бордовый, и Итан. Итан вроде нормальный. Черный, который черный. Давайте. Но Итан под вопросом. По люкам опять. Блять, палец свело нахуй. Ебать. Рот. Пиздец. Ну короче. Дело к ночи. Импостер синий. Ебать, ты меня нахуй тупо засейвил, блять. А я тебя еще и топить начал. Да, блядь, Андрюху. Опять же, как он скачет? Черный, черный. Я инженер, поэтому я... Ну, ебать, по словах тебе верю. Черный, который инженер? Не, белый видел, как я выполнял этот сканер в медицине. Не показывается. Это кто говорит? Показывается, показывается. Нет, это показывается, это показывается. Кто это говорил? Про сканер кто говорил? Я говорил про сканер. Итан, понял. Итан, да-да, Итан со мной, черный. Я тоже верю, кто-то проверяет. Черный, красный и бордовый без понятия. Красный, который бордовый. И черный без понятия. Да, красный, который бордовый, видел, блин, мы с тобой в теплице были, потом в одном. Черный. Ладно, хер с ним, черного. За что черного там, блядь, черный, блядь. Белый. Потому что это шахматы. Ты куда вышел? Ну, блин. Он что-то вышел. Я не хотел выбежать. Но он не импостер уже получается, зря. Да, это значит красный, который бордовый. Бля. Да, сфига ли я? Ну, потому что... Аргументов против нет. Вот стоит. Блин, подозрительно он. Это с лошом вообще опасно ходить, он просто все подозревает. Давай, убивай меня, Анна. Ванный какой-то. Ну, сейчас заходи, блядь. Я убежал. Я нашел, где находятся камеры. Не камеры, а логи вроде. Ёбаный в рот! Чё? Видно, не видно? ВК списала. Ёбаная подписка нахуй! На ВК музыку! Ебаный в рот! Блять! Я не могу! Сука!
Короче, ну, это... Итан, ты у нас этот инженер, да? Да. Ты сейчас передо мной залез, так что да, я видел. Да. Ты еще проверялся на этом. Не он и красный со мной стояли. Ой, что ты мне скинул? Ушло куда, куда оно ушло, да? В музыку ушло, в мыс. Самое невыгодное вложение мое. Да схуяли это? Знаешь, у меня 1020 там стикеров, блин. Может, на 15. Да, блядь. Классно. Ты красный, который бардовый. Нет, Тундер пришел самым последним начинить саботаж. Хотя, это либо красный, который бардовый, и нет Тундер, который... Я сейчас в реакторе три задания выполнял. Это говорит Тундер. Это говорит красный, который бардовый. Это красный, который бардовый, да? Да. Тогда это либо не он, я не знаю, на него, на он. Он Тундер ходит, очень страшный. Я постоянно, я и в паре видел, Неончик и не Тундер. Я его видел. Неончик и не Тундер. Тундер. А, стоп, так и... Не смотри. Бля, звучит. Неончик и не Тундер. Типа... Бля, тебя звучит. Сука. Что звучит? Если Тундера я видел... Я, кстати, все задания выполнил. Я тоже. У меня еще, по-моему, три. Мне, к слову, проще, я перемещаюсь по всей карте. Мне тоже еще немного. Ты аж инженер. Красный со мной и не он бегали. Красный, который бордовый, я вообще его не видел вообще крайне лет. Как же ровно все пошло. Опять запускайте ошибку. За то, что где камера находится. Запускайте ошибку. Вот, пойдемте со мной все. Ну да пиздец. Я думал, он прям эту такую косичку соткнёте, там еще дым, блядь. Синий. Не зря я тебя подозревал. Синий. Не он который. Прям передо мной. В смысле? Около, как будто убить хочет, а не может. В столбе! Хороший момент. Нет, я видел, как у тебя, эта моделька переместилась прямо к этому. К который красный бордовый, который. Невозможно. Я ж ничего не видел. Я видел тоже, блядь. Да. Не зря я тебя подозревал, блин. Я говорил, либо не он, либо... Кто это? Красный бордовый. It's impossible. Ну все, поняли, да? Все ходит, так трется рядом, думает, как убить бы незаметно, блядь. Ну ты вот, ну так, понимаешь, ты взял и сидел, когда ты победил сложное задание. Ты вот, блядь. Чел сидит, Саймона выполняет, нахуй, блядь, на очке, блядь, его хуяк в шею свернули. Вы ходили рядом друг с другом, это вообще, блядь. Мне как, блядь, поступать в такой ситуации? Ты зачем? Зачем ты так рано вообще решил убивать? Я еще момент искал подходящий. Смотрю, сейчас толпа, дым, блядь, ну чпунька, а вы... Да. Так дыма не было, ты не дождался до него. Шестеро. Мы не ради импостера хоть раз. Опять, фига, чем сидела. Пошел. Да, блин. Я только за. Что такое? Синий? Чё за хуйня? Вы чё? Да, фига чем синего. Ты чё толпой? Сейчас синего идёт. Почему синего? Фул еблан, бессмысленное объявление, хочет себя прикрыть, если выпал импостер. Тикайте его, на. Блин, как грамотно сказал, даже хвалю этого красивого, кто это. Я в шоке, не заправлять. Ну, по голосу слышно, что красивый мужик. Нормально, ты гигача чисто. Он даже такого здания не имеет. Я пойду подслушать, давайте. Обоссали его в итоге, кстати. Это кто говорил? Красный. Красный, который бордовый. Ой, блядь, дебил ёбаный. Короче, если не он, то я сразу кикаем этого. Синего. Да. Точно, типа, блядь, понимаете, да, выбор какой нахуй был? Если не он, то не он. Вы что, долбоёбы, блядь? Вообще аргументов ноль, алё. Ебану. Чистая рандом и удача. Синий, это синий. Игра высших мыслей. Да ёлы. Игра сверхразума. Да-да. Давайте, я экстрасенс, я знаю. Это синий, да? Да-да-да.
Правильно, за что ты знаешь. Это он мне мстит за то, что я его убил в прошлой игре, блять. А тут просто долбоёб. То, что я на него гнал в прошлой игре, тоже мстит 100%. Лаваш сам по себе долбоёб. Тундер экстра. Да пошел ты нахуй, блять. Получились у меня долбоёбы, блять. Если не он, то это не он. Тебя, блять, ты меня репортер. Тундер еще прикольные сообщения всегда пишет, так что... Не, ну это чисто подсосал яйца на козел ёбаный. Блять, за кого мы это? За оранжевого, блять. Я не хочу. За оранжевого, блять. Что ты репортил меня? Че, блять? Ой, долбоёб, блять. Конченые. Если это не синий, значит оранжевый. Кстати, почему мы все время стримера выкидываем, если ему контент нужен? Пошел нахуй, стример, блядь. Пошел ты нахуй, чтобы контента не было. Я вот тогда хуй выполнять буду, чтобы вы себя подохли, твари. Блять. Ну по факту, идите нахуй, гондоны. Сука, Ивана. Мы сейчас все решим. А почему мы тогда не осуждали это? Здорово, дебил, блядь. Ой, блядь! Да ну нахуй! Ой, блядь! Ой, сука! А что это? А что это? Он обосрался, походу, да? А чё съебал он? Окорок лежит, тупорылый, сука, блядь. Тут бесится, нахуй. Не понимаю, о чём вы. Алло, сука, слепошары, блядь! ГВП. Детская хуйня. Это синий, синий, то оранжевый. Не успел, блядь, секунду на кнопку нажать. Хуй тебе, блядь, не надо, что на кнопку поел. Я труп хотел найти. Я уже только на кнопке остановился, решил меня это выкинуть. Я такой думаю, не, братан, сегодня не свой день. Хотите разочароваться в своих друзьях? Ну теперь точно синий будет. Тикайте нахуй оранжевого сразу, блядь, с красным, который бордовый. Я слышу, ни разу постером не было, я хочу узнать людей, почему мне не дают. Ну всё, значит, сейчас тикаем красного просто. Да, который бордовый. Тундера тикачем. Тундера получается. Боже, блядь. Давайте... Да, не тундер. Не, давайте, правда, уже нормально. Какие вы пи***ли? Просто, давайте нормально, говорит. Вася, пошли думать. Вы нахуй! Чё такое? Кого убили? Никого. Я хочу сказать, что это не... Да, кстати, странный убийца у нас. Это не красный, который красный. Красный-красный. И не Итан, потому что Итан, мы стояли с ним на камерах вместе очень долго, он так и ничего не сделал. Красный, мимо, красный-красный, который мимо меня пробежал в таком месте, где там вообще никого не было, это комната дезинфекции там. Я от бордового убегал, он там за мной, и тихо. А, да? Я смотрю, блин, кто-то бегает. Да, это не красный-красный и не Итан. Я, короче, очень долго смотрел на этот пульсометр ебучий, не понимаю, почему никто не умер, блин. Тоже смотрел. Сначала со мной был красный, потом белый подошел и... Я тоже по-моему, смотрю. Бордовый еще... А, оранжевый около меня был. Короче, бордовый, возможно... Бордовый, блин, пошел антенну чинить сверху. Я, я видел оранжевого и фиолетового, короче. Они... Кто-то из них, короче, вылез из дыры, блядь. Итан, он Итан инженер. Он прям мимо меня, он вылезает... Ой, я не рядом. Инженер. Ты не инженер? Тихо, мой. Опа! Я просто видел... Мне казалось, я видел, вот как он вылезал из вентиляции, но он меня столько... Я на камерах видел в основном этого оранжевого, я не знаю, что он там бегал, то ли... Да, я тоже постоянно оранжевого видел, потому что он везде бегает. Как будто не знает, куда бежать. Вот нет, у меня... Я оранжевого. А, ну, ты просто бегаешь по камерам вообще везде и ничего не делаешь. Ну окей. А Итан и Тундер, у них столько возможностей было меня убить, хорошо, хотя... Хорошо, хорошо, да, может, хорошо. Ты вообще ты. Ну... У него такая хорошая актерская игра. Можем просто выполнить все квесты и все, и скипать тупо. Ну да. А кстати, да, у нас совсем чуть-чуть осталось. Да, мне чуть-чуть задание выполнить надо, и все. Вот кто сейчас смотрит, попробуйте угадать, кто импастер. Обосрались, паренек. Поменим. Ну хотя бы это. Я теперь могу пройти туда, куда можно.
момент, кстати говоря. Ну хотя бы. Идет типочек. Что это? Я теперь могу. Да, в стену просто так уперся. Так куда можно? А да, красный, который бордовый. Что ж, бордовый. Красный, который бордовый, бордовый, бордовый. Бордовый. Бля. Почему белый? Почему именно ты на? А мы, которые за стенкой буквально за дверью, тебя вообще не смутили. Я думал, я прохожу, там неоны красные стоят, потом решил это пойти просканироваться, потом возвращаюсь, и там тупо труп синий лежит. Такая же хуйня, просто мимо них проходим, уже все, труп. Охуеть. Неоны так везет, его постоянно убивают. Я вас ненавижу. Тебя же не убили, Эдди, что ты ноешь-то, блядь, сразу? А что со мной сделали? Тебя же, блядь, не убили, чё ты ноешь, блядь, заебал? Просто окорок, блядь, остался. Да, я пошёл, остался. Ну, я думаю, я тоже, тем более... Завтра надо собираться раньше и... Тем более у него на помощь. Угу, завтра. По-моему, хороший с ним получился. Удачи. Вообще-то, спасибо, кто был. Пошли на... Я печально играл. Ненавижу каждого. Удачи вам, ребят. В шутку, естественно. Наверное. До конца видео что-нибудь с вебкой. О, ща, подожди. Ща, нихуя тут будет. Ля, какой! Сука! Не слушать. Первый мужчина, которого встал, ребят. Ты никогда красных, красные мрази. Ебаные. Спасибо. Факт, синий топ. Куда просмотр? Красные его постеры все там были. Оранжевый ты как играл, сука. Как наебал, долбоёб красный. Три раза, блядь, выиграл подряд. Сука, просто, блядь. Пиздец. Это пиздец. Чел, тупо солнцезащитные очки одел, вы за слепого посчитали. Это пиздец. Зрение минус 20, нахуй. IQ минус 400 после этой игры, нахуй. Красным все, вот просто вот... Хуяк, прикинь, вырвал. Нахуй пошли, твари. Ненавижу. Особенно бордового, блядь. Мудак. Это просто, понял, в шорты. Через секунду после окончания стрима, нахуй, на Твиче. Да вы... Да вы, блядь! Да я вас, нахуй! Ебаный. То он дезинфу вкидывает, что он импостер. Его кикает, а он не импостер, блядь. Хуя, блядь, павук! Убил, ебаный. А все равно тот же трек оставил, лох ебаный. Не гонайте, пацаны. Вы красным еще нужны. Нихуя! Видите такого на улице, сразу молча просто падайте на колени, сосите хуй. Норм, поц. Отвечаю. Ладно, шутка, хуйня. Вырежу. Не, ну ты вот это нахуй видел, вот это вот сборище нахуй теней, рельефа, блядь. Если свет нормальный включить, тут пиздец нахуй, блядь. Чисто, блядь. Если свет нормальный... Ой, достает он наркот. Блять, скинулся. Сука.
Ну да, свинья, ну и чё? Хохол. Зато как... Зато... Хохол. Ебать, неожиданно, да, нахуй? Ну чё? За синих. Я тебе так красиво было. Просто под неё куда-то выйти. Шо ж. За синих. Осуждаю. Шо ж. За синих. Ну, блядь, ну был! А тут подарочек, тут я. Не, ну ты видишь, ну это... Блядь, ну этот рельеф ебаный, сука, костлявый, нахуй! А, блядь, а там горбина! Не, на самом деле нет, грубо. Просто мускул ебаный. Мистер Мускул, ребят. Зовите мыть полы, ребят. Выпил таблетки, сразу мысли, да, вперед пошли. Баный, мистер Мускул, ребят. Короче, вот... Баный, мистер Мускул, ребят. Ну чё я, блядь, сказать баны, должен? Мускул, ролик, ребят. Жесть, концовка, хуйня. Блядь, тиммейты вообще... Концовка, всё, хуйня. Всё, что вообще в спектре красного цвета... Блядь, тиммейты вообще полные, оранжевые, бирюзовые, красные, вообще жесть. В спектре красного цвета хуйня полная, оранжевые, бирюзовые, красные, вообще красного цвета хуйня полная, оранжевые, бирюзовые, красные, вообще... Я, по-моему, пиццу опять покушал. Я прям что-то мягенькое почувствовал. Мягенькое почувствовал. Протяжно так выглядишь, мрахуй. Ты чё нагло? Ты чё нагло? Я испотел. Все, я свободен, можно мне свои деньги, 200 рублей на шаурму, я пойду. Все, я свободен, можно мне свои деньги, 200 рублей на шаурму, я пойду. Все, я свободен, можно мне свои деньги, 200 рублей на шаурму, я пойду. 200 рублей на шаурму, я пойду. Ну чисто, все же так камеру поправляют, ну типа, на вытянутой руке. Ну чисто, все же так... Что? На вытянутой руке. Ну чисто, все же так... Что? Ну, блядь, камера, вот, тут реально стоит. Блядь, ты тебя снять, что ли, с другого ракурса? Ну, блядь, камера! А я сниму! Ты тебя снять, что ли, с другого ракурса? А я сниму, потому что сейчас надо. Сниму! А я сниму! С другого ракурса! Вот, на прямом ракурсе. А я сниму! Камеру поправляю. На прямом ракурсе, точно, на вот... Сниму! Хуя пососи! На прямом ракурсе, точно, на вот... Сниму! Хуя пососи! Сюда подписывайтесь. Вот сюда под... Вот с этого всего в ролике не будет, ну я ебать. Сюда под сразу вот. Вот сюда. Хуясос. Ты закончил запись? Лена, блядь! Хуясос. Долго надо. Сюда подписывайтесь. Сюда под... Сюда подписывайтесь. Все, шуток не будет. Закругляемся. Сейчас так вот, смотри, понял этот, когда типа окно протирает вот. Хуяк. Хуяк. Окно протирает вот. Хуякс. Хуякс. Хуяк. Останавливай запись, ёбаный. Все, юмор кончился. Я ща довёл, ща, микрофон включу. Это чисто когда... Это чисто когда...
Ну или вот так вот обычно еще бывает. Ну все, хватит уже! Хватит, сказал. Хватит нам. Вырубай.